Приветствую, друзья, с вами Дмитрий. Сегодня у нас на распаковочке кружевное нижнее белье женское, комплект трусы и бюстье кружевное сексуальное, цвет черный. Так, давайте посмотрим. Пришел он в такой вот упаковке. Так, давайте посмотрю, где он открывается. Открывается он здесь. Здесь я просто хочу показать именно качество материала, собственно говоря, больше ничего. Если вы захотите где-то посмотреть, как оно выглядит, вам, наверное, посмотреть лучше на модельке. Ну, к сожалению, вы не сможете там посмотреть качество самого материала. Описание. Хотите удивить любимого, сделать вечер незабываемым и полным наслаждения? Нежный кружевной сет сочетает в себе полупрозрачное кружево и ленты бретели. В комплект входит лиф с мягким кроем, трусики-стринги и пояс для чулок. К поясу прилагаются резинки, которые можно пристегивать вместо чулок. Бюстгальтер с геометричным кроем поможет придать груди дополнительный объем и пышность, обнажая при этом округлости. Полуоткрытые чашки на косточках эффективно поддержат грудь, подчеркивая ее красоту. Пояс для чулок, благодаря правильным акцентам, делает талию визуально стройнее. Регулируемые бретели отстегиваются, что дает возможность использовать разные виды фиксации. Трусики из кружева на ленте придадут образу невинности, что в контрасте с откровенностью способно просто свести с ума. Эротическое нижнее белье при правильном уходе будет долго радовать вас своим первозданным видом. Сексуальное и чувственное боди – идеальное решение для страстного вечера. Так, пакетик мы убираем, там больше ничего нету, здесь вот так вот все сложено. Так, ой, что я могу тут сказать сразу. Так, это у нас бюстгальтер. Сделаны они у нас, смотрите, у нас косточки достаточно такие твердые. С обратной стороны у нас очень мягкая поверхность, она бархатная. Здесь у нас такая каемочка интересная. Это у нас, собственно говоря, вот лифчик. Дальше мы идем. А это у нас трусики. Все сделано из такого же материала. Здесь такие вот ниточки, типа ниточки торчат. Не знаю, все. Нельзя сказать, что оно прозрачное, его просто нету. Оно просто прозрачное, да. Ты просто, ну, вы сами понимаете, для чего все это одевается, да. То есть я не хочу сказать, что это там. Вот. Так, здесь у нас еще куча бретелек всяких. Вот в этом я, конечно, не силен, могу запутаться. Здесь это уже надо одевать. Но одевать я это точно не собираюсь. Поэтому это получается у нас от лифчика до трусиков. То есть вот эта вот часть идет. Я не знаю, честно говоря, как она называется. Ну, здесь, опять же, хочу обратить внимание на материал сам. Вот, веревочки у нас достаточно прочные. Есть веревочки, которые тянутся. Да, тут у нас резиночки идут. Ну, собственно говоря, вот даже просто распаковка товара. Тут даже ничего не скажешь. Это даже не обзор. Не знаю, что даже сказать по этому поводу. Но рисунок красивый. Я думаю, если вы купите, то не пожалеете. Что... На ощупь очень приятно. Достаточно материал. Везде все отлично сделано. Достаточно все качественно. Ну, если вы захотите порадовать своего молодого человека, я думаю, уж точно не прогадаете. Что ж, друзья, с вами был Дмитрий. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.